Barchaga barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doimgidek Mr. Federico Sniper Ghost Warrior 2 o'yinga xush kelibsizlar do'stlar. Demak do'stlar, bugungi videomiz shu o'yinni 3-chi proxajdenasi bo'ladi. Demak do'stlar, o'sha 2-chi proxajdenasida oxirida mana shu o'sha Dias degan o'sha kollegamizni yo'qotdik, chunki ular zalojnikka olishdi. Agar ko'rmagan bo'lsanglar do'stlar, mana shu profilga kirib ikkinchisi agar ko'rsanglar tushunib olasizlar. Agar ko'rganlar o'sha tushunadi. Demak do'stlar, hozir endi bizni vazifamiz ko'ramiz o'shalarni, конечно, yordam berish bo'lsa kerak, chunki men hali hozir ko'ramiz, birgalikda sizlar bilan o'tamiz, chunki biz albatta o'sha bizni ikkita o'sha Sniper Ghost Warrior 2-chi proxajdenasida oxirida masalan biz juda ham ular ko'pchilik edi, shuning uchun bitta snayper ikkita soldat hech nima qila olmaydi. Shuning uchun do'stlar, endi hozir ularni garovga olishdi, chunki masalan bizni personajam o'sha Anderson ham hech nima qila olmasdi. Demak do'stlar, hozirgi 3-chi proxajdenamiz, demak o'shalarni qutqarish bo'ladi deb o'ylayman. Demak boshladik do'stlar. Ko'ramiz, demak qanday boshlanadi bizni proxajdenamiz. Juda ham qiziqib ketyapman, chunki qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Uniform, что известно о контейнере. Я на Ozgina qotyapti. Bilmayman do'stlar, chunki bu o'zi yo o'yin shunaqa zapis qilinganmi? На берегу в километре к западу от отеля. Вы сейчас меня видите? Да, Рейзер, видим. Контейнер сейчас по воде переправляют на юг. Калибри 6 следит за ним. Мы уже продумали маршрут перехвата и будем с ним синхронизировать твой. Кажется, Мерина и Калала направляются к взлетной полосе в 2 километрах к югу. Рейзер, моя задача – слежение и затем нейтрализация. Ты не должен дать ему уйти с этим вирусом. Понял, я в пути. Ha, demak do'stlar, Razer bu Anderson ekanda o'zi. Bizni mana shu Andersonda. Bizni o'sha qanday aytsam, igrokimiz. Demak, mana keldik. Uniform пляж очень хорошо охраняется. Можете подсказать альтернативный путь к цели? Прием. Не можем. Также рядом с деревьями мы фиксируем тепловой сигнал машины. Тебе необходимо прорваться сквозь позиции противника, не поднимая шума. Отлично. Tushunarli, do'stlar. Demak, bir o'zimizga qiyin bo'ladi. Shuning uchun hamma ishni shoshmasdan qilishga to'g'ri keladi. Hech kim ko'rmasligi kerak. Контейнер прибывает в гавань у станции канатной дороги. У тебя есть шанс немного сократить расстояние. Принято, Юниформ. Не спускайте с них глаз. Я спешу изо всех сил. Thank you.
Demak, buni mana shu yerda emas, oxirigacha borganmi, chunki trevoga boshlanishi mumkin do'stlar. Ana snayper. Понял, работаю. У нас изменения. Судно причалило. Кажется, они заправляются. Наши ребята переместились? Прием. Никак нет. Контейнер и команда на месте. Демек, дуслав, она чисто был, да? Спокойно борсак была, да? Endi meni nazarimda do'stlar biz shu prohojdeniyaga manimcha o'sha ikkalasini qutqarish uchun kelyapmiz. Ko'ramiz do'stlar. Ой, ой, ой. Демак, тушинарли. Рейзер 32, впереди станция снабжения противника. Множество враждебных целей. Принято. Есть способ пройти, не прикрывая самому себе задницу, а? Преодолей ограждение справа и ожидай инструкций. Мы выбираем маршрут. Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Влево идти нельзя. Все открыто и много врагов. Можешь подобраться к утесу справа и подняться наверх? Не могу. Путь блокирует два врага. Поднимайся на утес. Там можно легко укрыться в листве.
неизвестная цель. Ее нужно уничтожить. Зона слева от меня все еще недоступна. В северо-восточном углу станции находится зона складов. Твой маршрут пройдет через нее. Понял. Придется снять двухчасовых. Там кто-то есть? Demek dostlar bir yerim top tozu kıldık. Говори 32-й, я на утесе над станцией канатной дороги. Вижу движение на той стороне. Принято. На нашем видео различимы часовые на своих постах. Сними верхнего часового, затем выходи. Хорошо, принято. Путь один. Подойти к правому краю утеса. Вода смягчит удар. Диас, за это с тебя серьезно причитается. Шнарли. Немного круче, чем я ожидал. Но жить буду. Рада это слышать. Плыви к пляжу. Ты должен расчистить себе путь до станции. Тепловизор показывает, что в доме впереди противники. Demek dostlar birinci mana şu sniper'ını alış gereği. Bitti iki de. Şimdi mana şunu alış gerek. Чем я нашел? Битте томан тоза бөлді, енді икінші томан көтеміз, достар. Demek birinci bizce mana şu yer kereği böyle de. Şimdi kayırga borçumuz gerek. Gördüğüyle boya ettik bu Diaz anlamda karız doğursan dedik bu. Şimdi için dostlar. Yerde hazırçı hiç kimimiz yok. Ha, düşündüm. Lift gibi boruş gerek yani. Tağlarını kareyle kanla içi öyle.
Вот район чистый был, дедушка. Андерсон, нужно прибавить ходу. У нас очень сжатые сроки. Мы должны вернуть патоген любой ценой. Глупое замечание. Скажите, как это понимать, капитан? Да, я понимаю всю важность основного задания, генерал. Только в этот раз обеспечьте нам спасательную группу. Я намерен вытащить отсюда всех наших людей. Ну или вторичные элементы задания, если по-вашему. Доложи обстановку, Рейсер. Видишь приоритетную цель? Прием. Не-а. По крайней мере, пока. 31-й. У вас на 6 часов вертушка. Держитесь ближе к земле. Вертушка села. Вижу канал. Никаких следов мельного и контейнера. Юнифор присутствия союзной цели подтверждаю. Они в порядке, но под сильной охраной. Приоритетный цель. Сообщаю, в настоящий момент контейнер погружает в самолет. Черт. Думаю, наших парней не собираются забирать вместе с контейнером. Прошу разрешения вывести наших людей. Отказано. Основная цель по таким. Людьми займемся после того, какой будет у нас в руках. Генерал, я лучше представляю себе положение. Официально заявляю, что нам следует вывести своих людей и перехватить самолет в воздухе. Запрещаю. Нам не о чем производить перехват. Это прямой приказ из центра спецопераций. Выполняйте задание. Вам ясно? В Николса попали. Черт побери, они убирают своих. Защитен, его надо прикрыть. С тебя пиво. Пара. Уже 4. Короче, ящик пива. Ха-ха. Черт, куда он направляется? Говорит Диас, AC-1337. Меня кто-нибудь слышит? Говорит Рейзер 32. Чертовски рад слышать твой голос, Диас. Аналогично, приятель. Я хочу отсюда выбраться. И помощь мне не помешает. У меня ржавый автомат и горсть патронов. На берегу чисто. Нет. Ясно, значит, отрезал. Хорошо, я в пути. Я могу тебя потерять. Меняю позицию. Держись. Я могу тебя потерять. Меняю позицию, держись. Поспеши. Demek mana qutqardik o'shani. Endi davomiga yordam berishimiz kerak do'stlar. Qizilcha paydo bo'l. Молодец. Yana bitta, davay. Но негедер учалась не корми атман. Шундым. Shuni ham do'stlar. Hmm.
гранатомет! Вот это выстрел. Прям как нокаут. Да. Самолет взлетел. Твою мать. Черт, Уиллер меня за это выделит. Все это плохо кончится, прям как в Сараево. Диас, мне нужно спуститься с утеса. Встретимся в 500 метрах к западу. Хорошо, понял. И гоу. Спасибо, друг. Главное, выберись оттуда. Да. Да. Андерсон, білардым. Yordam berishini. Endi qochdik do'stlar. Просто qochish kerak endi. Ой-ой-ой, танк, дослар. Кутулдик, дослар. Да, дослар, бу особыл бы. Леки айтканымдай чықты, дослар, көрдейлі мана. Лекин, дослар, көрдейлер. Икши едік. Біттасына отып ташады. Халиян мана. Диас кутулды. Самы главны. Самый главный Йордан бердик, мана куткардик енді дуслар. Операция мана яхшы тугады, лейкен оше бір қынақы көрдейлі оше зриф му бұрнымасы учып кетті самолет білен. Демек, дуслар, сіздерге видео оқымса бітті лайк, комментарийге өзі комментарийге өз фікірілеріне өз болдырылар. И лайк босыш естен шықмасын. Yana do'stlar, agar kanalimizga siz yangi bo'lsangiz, agar bitta podpisatsiya qilib qo'yinglar do'stlar. Juda ham xursand bo'lardim. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi videorolikka ko'rishguncha, xayr.